Ну? Что, на 3-4? Давай, давай, давай. 3-4. Да, конечно, не. Ой, Попал. хорош! Была ладно, попал. Ты забираешь? Хорош, на месте. Слушай, давай вот тут постоим, кого-то высмотрим, и я попробую сделать прям дальний выстрел. И вот лежа можно попробовать, в принципе. Но стоит его четче видеть. На восток вот туда пойдем. Там Пойдем-ка. больше равнины, и мне там больше нравится. Кстати, здесь мне понравилось очень открытые карты, мне прямо отсюда слово все нормально. Да, тут есть. Ты как перепрыгнул, но. Ну, у меня талант просто. Да Ну, возле забора интересно. прям с шифтом нажми, да и все. Нажимай, нажимай. Нет, он так. Не, он так не перепрыгивает. Ну я ж перепрыгнул. Ни хрена, знаешь. А ну сейчас подожди. О, О, все. ни хрена себе. Слушай, а что А, там? меня. Там Серна вроде кричал. Вот он. Да. Видишь его? Метку видишь? А, вижу ее, да. А метку видно мою? Молодой. Да. Молодой Такая единичка, но серая. его лучше не трогай. Да, он. У него он видно, что он молоко и на губах нет. Да, так и есть. И вот понимаешь, что фишка? Вот я хочу отметить, да, зону. Это мне нужно каждый раз тыкать. Я вот до сих пор не могу к этому привыкнуть. Мне просто бесит, ну. А когда ты подкрадываешься к животным, например, о, первый, сейчас, ну, ты хочешь, чтобы ты понимал, когда они кричат, когда они что-то, не знаю, до сих пор, во сколько я в нее играю, не могу привыкнуть. Ну, в этом плане прямо вот, ну, неудобно. О, там этот есть. Пошли. Клон? Домик. Лагерь. Лагерь. Я вот не пойму, у меня трава не прорисовывается на 130 метрах. Понял? Она уже не прорисовывается. Да, здесь есть такая кляп. Вот. А хотя у меня, короче, прорисовка на ультра, понял? Ну все Ну, на я ультрах, знаю. все. Ну, а ты говоришь оптимизация. Они не Да могут не. траву прорисовать. А, слушай, может листва на ультра поставить? Не прорисовку, а листва. Да какая разница, Вот! поставь. Большая разница! А теперь чувствуешь, как у тебя FPS упал? Ну, не знаю. Вроде что-то есть такое, но типа играть можно. Да, равнин, конечно, это. И вот представь, да, если бы сейчас и прорисовки не было, ты вообще бы еще бы. Представляешь, сколько ты оббегал бы вот это все, чтобы поймать или там узнать хотя бы где животное. Это охренеть. Аккуратно. Слушай, давай их обойдем вот слева, чтобы на горку не подниматься, эту перед нами. Или на горку поднимемся, как думаешь? Не-не-не, они под горку как раз идут. Они под горку идут. Если мы сейчас на горку поднимемся, то они прям под, у нас с тобой под ногами внизу будут. Там с тобой не выстрелим. И тень, наверное, тоже надо Есть убирать. взрослая единичка. Молодой. Ну там есть кого брать, подходим ближе. Тем 200 метров, и они на гору идут, что ли? Ну, там просто посылка гуляет. Короче, Ну, они далеко она тут. жопой стоят к нам вообще никак, шатун. Развернуться надо. Это надо, может, их припугнуть как-то.
Нет, их не приплывнешь. Как ты их приплывнешь? Они сейчас сразу ломанут, как эти. Ну, как козы. Они развернутся сейчас по-любому. Не факт. А куда они денутся? В этой игре они, вот, видишь, начинают уже. Ну вот, взрослый самец, ты видишь его? Вот он бежит. Вот он внизу, внизу за кустом. Взрослый самец единичка, что ли? Да. Один он только за всего стада, бля. Молодой, молодой. Вот матерый. Единичка. Два верхних идут. Взрослый. И матерый, да. Да. Вот этих два верхних давай забирать. Ты кого? Первого, да. Второго? Ну, без разницы. Давай старого заберу. Нет, ты говори первый, второй, я забыл, кто старый. Старый сзади, второй. Ну все, давай тогда на счет три. Так, подожди, 230 метров надо, это что надо для трехлетки сделать. Давай, давай, пока стоят, шатун. Так, 200, ну давай на 200 пойдет. Ну? На 3-4? Давай, давай, давай. 3-4. Страйк, ну. Вот это огонь. Да, вот это. Огонь прям. Они ведь были два друга. И сейчас представляешь, такая херня прям с горы откуда-нибудь, прям тебя и меня прям хлоп. Нормально. На месте взятые, да. Паранойя. Слушай, я 308-м стрелял, я надеюсь, он подошел. Ну, я этим, Геймсом. Что за название у русских? Ну, на английский, если перевести это на русский, то, может быть, там оно какое-то есть очевидное название. Но Геймс для меня это вообще, по идее, какая-то игра. Да, подошло по калибру. 30% здоровья всего лишь. Это одичавшая коза. Угу. Моя тоже должна подойти. Белохвостики. Взрослый самец есть. Ну, вот, самый, давай, выбираю. Самый первый идет сейчас. 200 метров к ним надо подойти. Там еще ветер. Ты сейчас спустишься, тебе придется на бугор подниматься. Так и сделаю. Самец, дикий свинья. Не, все равно есть просадки очень сильно. Это иногда напрягает. Все, мне интересно, что вот это, ну, какую мы козу забыли или нет? И сделали бы они, чтобы можно было чекать вот хотя бы, да, метров на 300-320 хотя бы. Но не 270, ну. Ну да, это очень мало, да. Это прям вообще, да. Во-первых, пока ты к нему идешь, а если еще и у тебя вокруг тебя все разбегаются. Ну, очень мало, да, 270 там. Бля, они прям в упор взрослые, перестаньте, да. Так, подожди, а чё я их не вижу? А ну метку поставь, где они? Они с бугром, вот. Ага. Они понял. Там стоят. Пусть будет метка. Я подхожу. Ты меня видишь? Нет. Я на горе. А я тебя не вижу. Ну, видишь, мы с тобой. Бинокль видит зайца, а тебя не видит. Видите, еще бинокль такой, его можно было бы хоть... Я себе, блядь, они что-то переживали. Вот эта отрыжка, ебать. Ты слышишь? А, вот, тебя вижу, что я нашел. Только ты что, ходишь со мной? Идешь со мной? Нет, я вот стою. Они у меня спокойные, я их не тревожу. Да, там туда мы. А здесь выстрел они насколько слышат, не помню.
Или тут нет такой херни, я уж что-то не знаю. Не помню. Есть вроде. Слушай, я помнил, я забыл, короче, я знал, насколько. Или на 400 нити не слышь, или слышь. Я тоже не помню. Вот. Они стоят, кушают, не похеру. Порыгивают, кушают. Хорошо, следи за ними. Потому что я прям так очень близко. Они на одном месте стоят. Вот. Точно координат. Вижу. Давай, топали. Подожди, самца не вижу. Самка закрывает. Ну, короче, ты их нашел, ладно. Я убираю. Уберу мед, потом надо угрожать. Да. Когда еще целится, но... Опять сквозная. Ты или промазал, или она насквозь прошла, да? Не-не-не-не, сквозное, он его поплакел. А ты что, увидел на земле пулю, да? Да, я видел, как она сквозь него, бля, прошла, бля. Ля, он утонул, короче. Вижу, вижу. А, он живой, он живой, живой, да. Он захлебнулся, бля, понял его. Но он хотел, понял, что сделать? Он хотел под водой на тот берег переплыть. Бля, нихера себе, нахуй. Хитрожопый какой, а, бля. Смотри, опять стал. Он опять, а... Ну, это, я думаю, последнее. Все, да. Да, да, да. А, два легких пробил, он, да, нормально пробежал. Ну, да, там сквозное вышло. Давай вот 180 поросенок, подожди. Это же поросенок. Так, где? Метку поставь. Слушай, мне прицел понравился. Ну, от меня вот 180, значит, от вышки 40. А метку не можешь поставить? Ну, ты вот вышку видишь, она... Ну, ладно, давай, попробуй тогда. Потому что... Сейчас. Чтобы я понимал, ну, вот, в какой стороне. Сейчас, я тебе сейчас поставлю, где они приблизительно есть. Вот здесь. А, вот. А вот здесь, короче. Слушай, ну, подожди-ка. Релево, сейчас, подожди. А, ты хочешь, чтобы он откликнулся? Ага. Сейчас посмотрим. Если нет, то... Ну, он мог, понимаешь, он мог здесь вот хрюкать. Он мог, может, это, чуть-чуть отбежал куда-то. Не-не, вот, смотри, есть. А, 120 метров, да. Одичавка свинья, но это не кабан, да. Это типа не кабан. Да, да, да. Ну он там, и за ним сейчас туда ходить, это вообще капец будет. Может он придет. Я его вижу. А, я забыл, что здесь надо залазить. Вот, вот он идет, смотри. Ты видишь его? Сейчас я на вышку залезу. Он убегает. Да, вот видишь, значит, получается, он слышит и видит. Слышит, все говнюк такое, а? А, вон твой кабан бродит, прикинь. Где? На 400 метров. Да. Я не могу смотреть, как животное мутится. 400 метров. Пинь. А, вижу. 400 метров. 400 метров. Тихо, попал? Вот это. Не, это не попал. Драгонвор какой у меня. Да конечно. Ой, попал. Хорош. Ну понял, знаешь на сколько? На... А я не знаю, надо смотреть. На сколько метров ты? Скажите мне. Ну где-то 400. 500 метров. Но... Кто здесь? Чем гачгук? Ну, конечно, охренеть. Где он есть? Чуть я метку. Ну, метка, она, как обычно, не всегда бывает точно поставит. А, нет, вот он. Вот он. Ну-ка, зацени его, что там. А я не могу, это твой. А, ты точно не можешь поднять и посмотреть? Не-не-не, не могу. Тут такого нет. Вот. Так, давай смотреть, куда ему попал. Так, в него влетел... Бля, 4 выстрела.
Бедолага. Прикинь, 4, а я ему на 451 метр, получается, попал прям в позвоночник. Ага. Прям на самом бегу летел. Забирай, пошли. Так, кабан, вот тут серна есть. Кабан, но я не хочу серну, понял? Я хочу кого-то покрупнее. Ну, вот там есть, вот. Сейчас найдем кого-нибудь покрупнее. Там, ну, водопой тоже. А, вон, да, вон, кстати, красавчик стоит. Я прям даже рога отсюда видно. В принципе, почему бы нет. Видно, видно рога, да. А, вот, тихо, эти, как его. Пятнистый? Пистолень, да, нет. Слушай, ну пятнистый нет. Очень красиво кричит, понял? Прям бомбезно. Да, кричит он нормально. Прям капец. Вот он. Вот они сюда идут, смотри. А кто это? Да. Пятнистый олень, да. Смотри, выходят, смотри. Ну, я вижу, что там. Сейчас выйдут. У тебя есть монок на пятнистых? Я а ну сейчас, подожди, у меня должен быть инвентарь. Такой молодой, что там у нее рогатка какие. Пятнистый олень вот, есть. Вот взрослый есть. Подожди, я сейчас приманю. Ты видел, как у нее глаз дернулся? А вот идет вроде, да, молодой самец. Это он отозвался или нет? Да. А нет. Ну, взрослая единичка. Отсюда тогда забирай, что делать. Взрослого единичку забирать? Ну, там есть взрослый просто. А забери уж единичку. Ничего из нее не факт, что ты из нее получишь. Но ему поплохело. Да. Ну да, прям сразу включал. Все, я нашел. Да? Ты идешь они... смотреть на него? Не-не-не, да я видел. Вот. Он, не, ну про лесов. Слушай, конечно, отлично, зайца. Отлично. На 500 метров. Пятнистый олень. Не испортил, понял, нормально. Пойдем он к мосту. Ну, жвачные животные. Что тихо, 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 тихо. Я был возле этого озера, скорее всего, там олень Рузвельта. Да? Вопитина. Вот тут звуки. Да. А, да, 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 да. А не, гималайский тар, слушай, мы их нашли. Вот, а вот и водопой. Ну. Вау. Ну они куда-то уходят вроде бы. Их водопой наверное закончится. Нет. Они едят, они спокойны, они не просто ходят. Взрослый, молодой. Все. А, во, матерый самец там есть. Одногрешный они, самец они, есть. Они на нас идут. Слушай, два матерых там есть самца как раз прям вообще четко. И матерый самка вот. Ну давай матерый. Подходить понемножку. Матерый сам, да. А какой они класс? Пятый? Четвертый? Пятый, наверное, ой, да? Знаешь, я вот на этом даже все пока даже не разбирался, если честно. Я просто проскочил быстро, посмотрел пару этих заданий пополнял. А вон погоди, кто стоит. А, это молодой, нет. Где-то были. Они вот опять все в этой куче прижались. Матерый да, один куда? Уже уходит. Они уходят, все. Не-не-не. Давай, что, ты можешь стрелять? Надо забирать, да. Я давай. Поэтому буду. Вот, блин, я уже. Ну ладно, а я уже теперь не знаю в кого. Я за ним и пас. Сейчас там его закрыли прям, прикинь. Теперь нужно мне этого найти того. Я вроде тоже такого, что это уже какого выпили. Короче, мы их сейчас упустим, шатун. Короче, забирай, ничего страшного, прям нам обязательно что-то двоих. Ну они просто уйдут, они уже уходят.
Ну стреляй, стреляй, чё? А, все уже, все, я все, и мы их проиграли. Доигрались. Просто когда такое. Когда такое стадо, шатун, нет смысла, понимаешь, типа. Это очень сложно. Ты прикинь, не все одинаковые. А, убегают, да? Ну вот. А, не. Это они? Это серда, это не они. Нет, там не за серда. А эти, да, что-то так вальнули. Может, пойдем их преследовать? Я уже даже не вижу их. Они там, да, за эти. А, нет, они свалили. Они вон туда убежали. Вон туда. Убежали, да? А, все, вижу. Да. Понятно. Хорошо, вопите тогда. Давай. Да, зря. О, видал? Ты видел, когда... Ты видел свой выстрел в землю? Выстрел свой видел в землю? Не видел. Вот когда ты в него стрельнул... Смотри, с моей стороны это ж не видно, потому что если выстрел, то он будет за животным на земле, понял? Ну, он за животным, он порой просто бывает, а когда видно, когда попал это, и ты думаешь, я промазал, а ты не промазал. Это просто сквозной вылет получается. Тихо, ты тихо, смотри, на другом берегу ты видишь эту толпу? Ну, это я давно видел. Я только увидел. Еще один взрослый есть. Ну, по рогам, понятное дело. Ну вот, забирай его. Чё. Он вызвался на шашлык. У меня аж игра зависла, короче. И у меня такая же, не дают установить соединение сервера. А я тебя сейчас пригло скину. Бля, мне придется выходить. Подожди, а чё? Ты... Я пригло скину, не парься. Не, ну мне придется выйти, понимаешь? Потому что она почему-то мне так не открывается с тем. Ну я дал выстрел. Да. Чё-то не сдаёт, что он как-то сыгует. Кинул приглот. Сейчас кину, подожди, я смотрю. Смотри. Завопите. Интересно, куда мне сейчас кидать? Возле меня будешь, мне кажется. Они в домике. Не в опорнике. Он там, в принципе, рядом в опорнике есть мой. А, ну все, готов. Прям, не знаю, смотри. Куда я тебе попал, интересно? А, в сердце попал? Ты прикинь, в сердце попал. Но он бежал далеко, потому что вот урон по сердцу. Вот. Пуля застряла в сердце, чтобы ты понимал, понял? Прям в сердце застряло. У меня первый раз такое. Ты у меня отошел от меня, нет? Да, я вернулся за этим. А, ему в сердце дал, да. Отлично. А что, на вылет прошла, да? Не, она не проходила на вылет. Да как не вылет? Я видел, как она это попала в землю, прям выстрел. Ну, а показывает, что не на вылет. А ты поверни. Нет? Нет. Не знаю, я тебе серьезно. Я тебе почему и переспросил. Я говорю, ты видел, как попал снаряд в землю? Ты говоришь, нет, ну он прям застрял. Ну, я-то видел. Застрял. Как-то в легких застрял, понял. Нормально, да? Да, над игрой еще работать и работать. А завтра ролик, кстати, выходит там, где мы охотились на этом. Опа. В Мексике. А, с этими, с павлинами? Да.
Вот мне нравится, что в сетевой игре это то, что когда ты открываешь карту и бежишь одновременно, ты продолжаешь бежать, понял? У тебя игра на паузу не ставится. Сетевой? Ну. Да. Потому что если одиночно играть, ты когда открываешь карту, ты останавливаешься. Типа игра ставится на паузу, понял? То есть игру можно на паузу поставить. Не. О, да. А я что за ушки, ребят? Серый гусь. Подожди. А где этот? Где лагерь? У тебя или нет? О. Шатун. Лагерь? Нет, я еще место поставил. Я от него птицы подошел, вот он. Где? О, ты поставил мне на озере прям. Лагерь на озере прям? Нет. Какой озеро? Ну ты мне на озере метку поставил. Да видишь? Нет, вот, пойдем. Пойдем, ты сбежал чуть-чуть вниз, давай, уходи сюда. Нет, у меня твоя метка стоит на озере, понял? Да, у меня, ну, начинается. Правильно, не зря выкинул. Ага. Нет, он вот он, Ваня. А, все, вижу, все, все, вижу. Угу. И метка? А метка там на озере, да? Да, на озере. Странно. Короче, меткой мы с тобой больше не попоказываем друг другу. Попоказываем друг другу. О, белохвостая. 300 метров. Блин, ну судя по твоей... по твоему реву, там как будто пятизвездочная. Не понял. А, он вообще с той стороны. К нему не подойти. Да, эти скалы не там. Смотри. Манок опять. Можно манком? Ну, подманим, посмотрим, какой из них слабенький какой. Какой слабый, да. Ой, да, ушать. Так, отзывается кто-то, отзывается. Забагованный. А, все, идет даже. Взрослый самец. Единичка взрослая идет, отлично. Зайца, вот его можешь самца забирать. Не-не-не, я тут... Я их, во-первых, не вижу, забирай. А где ты? Да не, он еще идет пока, можно пусть ближе подойдет. Ты можешь забрать, а то я все время почти забираю. Ты можешь, знаешь что, ты можешь исправиться и сделать хороший выстрел, шатун. Да это я сейчас сделаю, я не знаю. Просто когда мы с тобой на 3-4, ты вроде не стреляешь, я начинаю это... Я вроде сначала нацелился туда, куда нужно. Потом ты не стреляешь, я думаю, ты что-то там замешкался. Я стою, жду, у меня дыхание сбивается, и вот он отсюда вот этот выстрел происходит. Ага. Ну тогда давай, лучше одного будем брать, ну хорошо. Давай. Да нет, они у меня за бугром там, заметь. Ты его не видишь? Ну, выходи выше. Пожалуйста. Нет, нормально, на форте. А, вот. Выходи, я выходи. Понял, где. А ты мою метку видишь? Хорошо видишь? Или плохо? За собой. За собой 600 метров. А, понятно, плохо. Вот он идет. Самый первый. Ты видишь уже? Да. Забирай его.
Только на него. Короче, 2 смены, как я там набрать. Давай. Там голова на карте. Ты забираешь? Хорош, на месте. Ну, слушай, я хотел это увидеть, а ты говоришь, ой, голова только торчит. Я думаю, ну ладно, еще поманю. Беру манок, и ты его забираешь, понял? Я даже не успел этот увидеть, как он падает. А. Ну куда ты его забрал? Посмотрим, не знаю. В сердце ну, забрал? Судя по всему, нет, по идее это было легкое. Но если эта винтовка так ваншотит в легкое, то я могу взять свои слова обратно. Но опять же, ты же не всегда по этим легким стреляешь. И в грудь стреляешь, и нет. Ну, они же видят, ты же понимаешь, они, что у тебя в руках. Ну понятно, они же все-таки здесь как-то более реалистичные. Они ходят, жуют, поворачиваются, разворачиваются. Угу. Они могут толкаться. Где он есть вообще? А ну забирай, смотри, куда попал. Ну мне кажется, ты в сердце дал. А, вот он. Не знаю, но я им стрелял в область, да, легкого вот это. Выбило? Или что? А, нет. Или просад. Нет, не в область сердца. Я ему, короче, пробил. А, да я ему просто попал в два легких. Два легких, и он лег. Два легких? Да. Вот, левый легкий. Даже в одно легкое, прикинь. Он там, получается, на... Ну, видишь, по полости урон большой, 350-й. Ну вот, я 50-й хороший. Да. Нет, просто легкий. Ну вот. Блин. Он. А, ты вон уже подошел. Я думаю, что у меня стоит сзади меня, у тебя пролистовывает, ты бинокль не вы. Ну вот, да, я тоже без молодого. Взрослая единичка. Угу. И все. Тут все молодые, один взрослый. Ну, ничего, кого взрослого. Ну да. Че, я забираю? Или ты хочешь? Да, да. Стреляй, стреляй, давай. Пускай я тут буду. А, ты знаешь, чего я по нему стрелял? С 243-го. Да. Ну он лег. Ну он да, он вон он. Но они какие-то мягенькие, слышишь? У них даже уже неинтересно становится стрелять так. Ну, коза есть, коза что там. Зато, не знаю, они, по-моему, поправили, да, вот в эту, в гиену. Я в тот раз в гиену высаживал по 3, и это, представляешь, в грудь прям стреляешь, а она на тебя бежит, потом убегает, и ранение легкое, и я столько с ними намучился. Я тебе клянусь, я уже взял 338-ю. Бах! Ни хрена она убежала. Я говорю, да что за произвол такой? Да, много крови с козырьками, что там, печень. Что? Ты куда какую попал? Я... Два легких пробил. А, с козырьками, и... ну да, легкие. Да, если в печень, то там что-то там... Ну, какая-то алая, по-моему. Багровая. Багровая, да. Или какая-то такая. Слушай, давай вот тут постоим, кого-то высмотрим, и я попробую сделать прям дальний выстрел. Мне прям интересно. Давай. Да, вроде. Вроде лежит, да. Да, лежит, да. Не, ну подожди, он. Ну он сейчас встанет, он будет есть, потом опять ляжет, поэтому как бы... 700 метров. Ну да, у меня тоже прям ровно 700 метров. Угу. Чуть-чуть поползу на ровно. Стреляем. Ну вот он задом, стреляем в правый рог, так чтобы отрикошетил его в мозг. Сейчас я подойду ровно на 700, чтобы было. Слушай, но он должен сейчас встать в любом случае. Вот он сейчас встанет, что-нибудь ковнет, потом опять ляжет. Я уже видел тут. 702. Еще ой, приятно, что-то... что видим,
Видно полет снаряда. Ну чё, как тебе? Вот где-то здесь. Ну, 700 виду, метров. Или... У меня, понимаешь, у меня 308 калибр, а не 300. Потому что 700 метров очень сильно пуля потеряет убойность вообще. Мне кажется, она от него просто отрикошетит, знаешь, как по жопе, вот так шлепнет и упадет на землю, знаешь. А прикинь, она прям перед ним упала. Не залетел. А опять ложится. И вот лежа можно попробовать, в принципе. Ну, стоит его четче видеть. Дал. Попал. Брал немного правее. Но ему он... не поплохело. Да, резво бежит, резво. Мне кажется, даже урона не хватило, понял? А мне кажется, пойдем-ка звоним. Слушай, пошли вот на точку. Я хочу посмотреть ранение. А, давай. Может быть, что я хорошо попал, просто урон слабенький, и он долго будет вытекать. Понял? Может. Это не он убегает случайно? Он стоял, походу, да. Давай. Подожди, надо кровь найти. Но он вот здесь пробежал между вот этих двух этих камней. Поэтому я метку поставил вот на нем. Ладно. Блин, плохо. Может, это не он даже. Ну сейчас он где-то ж внизу, понимаешь? По-любому, раз наверху его нет. Главное, чтобы он в лес не забежал. 350. Ну давай попробуем. Тихо. Вот, стоп, подожди. Вопить скалистый город, двоечка. А тот был? Нет? Может он. Ты его нашел? Ну, он вот он, да. Ну, я его пол башки попью. Может, это он, слушай, может он. Он удалился. Ну, он одиночка. Это взрослый самец, двоечка, да? Он одиночка, ну, тоже, понял? Мне кажется, возможно, это он. Ну, возможно, потому что здесь вот таких равнин с такими зонами потребности. Я больше чем уверен, что он в той вот где, ну, такой же херне, блядь, он, скорее всего, тоже есть зона такая потребность. Они какие-то все одинаковые. Так, стоп. Ну. А, ну он все, ему поплохело. Все, у него 25 на 75. Бля, я думал, ты сразу не поймешь. Сейчас посмотрим этого. Итак, это он! Это он! Да? Да. Куда попал? Ой, слушай. Надо было еще правее взять, бо ветер, понял, сильно пулю этот. Если бы я взял куда ему прям... Если бы я прицелился бы ему в хвост, то я бы попал идеально. А, не долез? Короче, не, все нормально, просто левее, чем надо, понял. Ветер понял. Помешал. 702 метра. 75% ну, да, здоровья, ну. Ну, по крайней мере, они наладили дальномер. Если ну, я тебе да. говорил, 703 метра в квадратике в моем, посередине, когда на животное наводит. А раньше какой был разброс? Это же был капец. Какой-то старый охотник. Ну, не кричите, давай-ка.
Короче, пуля летит прям, да. Двое. А, нет, он немножко пёс выиграл, промолчал. Да, он остановился. Сгорбатился. Он похож. Не, он помрет. Ты уверен? Давай ему поплохело, блядь. Алё. Не знаю, не знаю. 740 метров. Да не, вон он замедлился, вместе с ним бежит. Вон он, да, да, он остановился, сгорбился. А где ну, ты его видишь? Ну, а, вот вижу. Все, готов. Все. Готов. Ставь метку, иди. О, вот это да, вот это было жестко. Слушай, куда ему попал, интересно? Да кто его знает. Плохо. Да. Вот он. Так, а кто у нас там еще? А, эти дальше убегают. Отлично. Легкая. Охренеть, ты прикинь, ему не... Очень, насколько далеко было, что... шестого ранга оружия не хватило, понял? Ниже, чем надо. Я понял. Это 338, наверное, лучше всего на дальних работает. Я думал, они так, остановятся, они не... Я ему в легкое попал, 691 метр. Да. Молодой самец, 66% здоровья. Блин, а куда же ему надо попасть, чтобы это? Чтобы что? Ну, чтобы нормально было. Не, так это не куда надо попасть, а чем? О! Ладно, Шатун, хорошо поиграли, классно, спасибо большое тебе. Угу. Я уже все, я уже устал.